В Зауралье отопительный сезон начнется на следующей неделе. Запуск тепла начнется поэтапно. Традиционно одним из первых его получат объекты социальной сферы – школы, детские сады, медицинские учреждения. Позже тепловую энергию начнут подавать в жилой фонд. В Кургане отопительный сезон начнется с 21 сентября, в Шадринске – с 24. Семь педагогов Курганской области стали победителями конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Они получат премии в размере 200 тысяч рублей каждая. Лучшими по итогам конкурса признаны учитель начальных классов Глядянской средней школы Притобольного района Лариса Васильева, учитель технологии Куртамышской средней школы номер 1 Наталья Глухова, учитель русского языка и литературы Китовской средней школы Светлана Добрецова, учитель биологии гимназии номер 30 города Кургана Наталья Азаева, учитель математики, информатики и экономики гимназии номер 31 города Кургана Ольга Притчина, учитель начальных классов Курганской областной школы дистанционного обучения Рима Просекова и учитель начальных классов лицея номер 1 города Шадринска Людмила Федотова. Отметим, что конкурс лучших учителей проводится Министерством просвещения Российской Федерации с 2006 года. За этот период в нем приняли участие порядка 600 учителей Курганской области, из них более 400 получили денежные поощрения.